Сейчас будем кормить золотую рыбку. Вот она прям видит уже. Видит, видит, видит. Это не вода зеленая. Это там такие у нас зеленые обои. Так, у нас две рыбки. Одна вот рыбка. Вон она, попугайчик. Она тоже увидела, что еда, и тоже пошла. Раньше мы разводили по много рыб. Была выживаемость плохая. А сейчас вот оставили две рыбки в аквариуме 70 литров. И они благополучно здесь живут. Воду мы им практически не меняем. Так лучше микробиоциноз. Немножко подмену делаем воды. Есть у нас пылесос для удаления осадков на грунте. И вот две рыбки вот эти активно тут у нас живут. Дружат, как ни странно. Потому что считается, золотые рыбки, они не должны ни с кем жить. Ну и вот так вот мы подобрали две рыбки. Они уже много лет у нас живут в этом аквариуме. Вот. Но водичка эта не зеленая. Это вот, вот такая вот она водичка. А там вот это такие зелененькие обойки у нас. Но вода вот здесь не менена уже давно. Я сегодня скребочком почистила стекло. Поменяла им новый фильтр, поставила. И вот они тут у нас теперь веселятся в аквариуме. Ну, прямо вот активные, они нас видят. Вот этот рыба-попугайчик, вот она маленькая, ей прям много лет, лет 5. Она живет вот в этой вот коряге. Вот, а это золотая рыбка. Такая красивая. Вон она, попугайчик, показалась из коряги. Такая прелесть, прямо вот прелесть. Вот она видит меня, эта рыбка. Она все съела и еще просит ртом своим. Сейчас еще я ее угощу. Ешьте. Вот, о, вот она пошла кушать. И это попугайчик выскочил. Вот они там друг за другом бегают. Ну, в общем, не положено перенаселять аквариум, потому что мы, когда его перенаселяли, то были проблемы. А вот все-таки говорят, что на одну золотую рыбку нужно 50 литров. Вот у нас получается на золотую рыбку 50 литров и 20 литров на попугайчика. Там вот у нас термометр внизу валяется. Вот. Нагреватель сейчас отключен и новый фильтр. Нагреватель вот весь покрытый непонятно чем, но тоже со временем я его поменяю. Очистить это все очень сложно. Нужно менять с периодичностью.